Брэду Питту удалось перехитрить папарацци в день празднования своего юбилея. Хотя в СМИ просочилась информация о том, что актер собирается праздновать исключительно в компании своей любимой Инес де Рамон, в тот день репортерам не удалось проследить, где именно это происходило. И только теперь, благодаря свидетельствам и фотографиям случайных прохожих, тайна была раскрыта. Как оказалось, свой 60-й по счету день рождения Питт встретил очень далеко от своего дома в Лос-Анджелесе, а именно в Париже. Об этом одним из первых сообщило издание Daily Mail. Как теперь стало известно, Питт и Инес, появившись в столице Франции, поселились в роскошном отеле Bulgari Hotel. Именно там началось празднование. Об этом свидетельствует один из кадров, на котором удалось запечатлеть, как в